Помнишь, ты говорила, когда мы переедем к Максиму, все останется как раньше. Послушай, некоторые обстоятельства изменились. Какие обстоятельства? Как ты вообще собрался ее воспитывать? Ты даже с ней не жил никогда. А почему ты такая злая? Ты же хочешь от нее избавиться, дорогая, не сестра. Да. Что если мы будем им манипулировать? Мы их рассорим. Начнем? Начнем. Наш план потихоньку начинает работать. Осталось нанести решающий удар. Вкусно. Можно немножко кофе? У нас офигенные дети.